Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Хочу вам показать свой заказ Faberlic по первому каталогу компании. Каталог у нас действует до 29 января. У меня в этом году уже второй заказ. Первый мой заказ был по 19 каталогу. Я оформляла 2 января. Заказывала для сына шампунь, и гель для душа, и зубную пасту. Подруга мне заказывала и моющие. Также зубную пасту, жидкий стиральный порошок. Подружки заказывали стиральный порошок. Но я этот заказ получила, быстро раздала, так как не было времени снимать. И новогодние праздники, суета новогодняя. А этот заказ я вам покажу. Заказ у меня, по-моему, на 50 баллов. Даже на 57,92. И те, кто оформлял заказ свой в 18 каталоге, 19 каталоге, могут воспользоваться купонами, которые можно потратить в первом каталоге. Вот так выглядели купоны. Зимняя скидка 50%. Так, действует она на уход за волосами, гигиена, парфюмерия, на продукт wellness, декоративная косметика, косметика для дома и ароматерапия. Вот такой вот купон. Ну и кому интересно, оставайтесь со мной, давайте смотреть вместе мой заказ. Заказала я стиральный порошок. В каталоге действует акция. При заказе две упаковочки действует акция. Каждый стиральный порошок стоит в каталоге 399 рублей. Ну плюс ваша скидка. Это у нас концентрированный стиральный порошок универсальный премиум. Подходит для белых и цветных тканей. Формула против пятен, не вызывает аллергии. Упаковочки 800 грамм, заменяет 3 килограмма обычного стирального порошка. Экологически чистый состав. Артикул 30020, сделан в Германии. Я уже много раз говорила, что мне этот стиральный порошок нравится. Я уже стираю больше 8 лет. Использую мерную ложку. Ненадолго хватает. Очень мне нравится. И еще заказала я даже для себя и для подружки. Концентрированный стиральный порошок для цветных тканей премиум. Подходит для ярко окрашенных тканей. Формула против пятен. Не вызывает аллергии. Хорошо выполаскивается. Не оставляет разводов. Также экологически чистый состав. Артикул 30021. Сделан в Германии. Упаковочки 800 грамм. Тоже мне очень нравится этот стиральный порошок. Для себя заказала лак для волос по купонам со скидкой 50%. Кератин комплекс. Объем 200 мл. Артикул 27.00. Нравится мне этот лак для волос. Я уже давно не заказывала. Как-то заходила в косметический магазин. Приобрела я большой лак, большую бутылку. По-моему, там 500 мл. Где-то рублей за 530. Что-то так. Как-то у меня закончился, и нужно было вот срочно. Думаю, пока я закажу, пока придет. Думаю, не скоро будет. Так и пользовалась им. И перед Новым годом у меня опять закончился, а лака нет. Я зашла в магазин, уже сказала, что дайте мне лак. А цена поднялась. Представьте, лак уже стоил 700 с лишним рублей. Думаю, ничего себе. Цена поднялась на 200 рублей. Но я пока пользуюсь другим лаком. Этот я лак заказала про запас. Ну, мне нравится, не склеивает волосы, хорошо удаляется при расчесывании, хорошо держится на волосах. Для ежедневного применения то, что нужно. Конечно, для более такой стойкой прически нужен более такой тяжелый лак, более сильной фиксацией. Этот для ежедневного применения то, что нужно. Подружка попросила заказать концентрированный гель для стирки, для темной ткани. Предназначен на 20 стирок, упаковочки 500 мл. Заменяет 3 килограмма обычного стирального порошка. Это суперконцентрат. Тоже таким средством пользуюсь. Мне очень нравится. Артикул 11841. Так. Коллега по работе попросила заказать акваспрей-освежитель воздуха. Ароматы и увлажнения. Цветочно-цитрусовый микс.
объем 250 миллилитров, артикул 33-140. Кто смотрел мой выпуск, вот перед Новым годом я заказывала 6 наборов, заказывала вот такой акваспрей и мыло для кухни в подарок. Все я раздарила, мне ничего не осталось. Даже можно было еще больше заказать, чем коллеге по работе я тоже вот подарила. Ей очень понравилось. Она решила повторить, что очень вкусный аромат с апельсинкой. Такой нежный цветочный аромат с апельсином. Ей очень понравился. Она осталась довольна этим ароматом. И вот решила повторить для себя. Для себя по купонам я заказала шампунь очищающий для жирных волос. Объем 380 миллилитров, артикул 0191. Содержится 94% ингредиентов натурального происхождения. Вот. Сейчас вам открою, покажу его. Ого, закрыто как. Очень такой приятный аромат. Такого вот оранжевого цвета он. Морожки. Ягодками пахнет. Хорошо промывает волосы, но после применения волосы становятся такие жесткие, прижесткие. Обязательно нужно пользоваться либо бальзамом, либо маской для волос. В запас я заказала гель для душа путешествия. Так, это у нас Таиланд. Объем 250 миллилитров, артикул 1729. Очень мне нравятся эти гели. У меня сын обожает эти гели для душа. Вкусно очень, освежающе пахнут. Сушит кожу тела, хорошо пенится. А это у нас гель для душа Мексика. Объем 250 миллилитров, артикул 1718. Тоже очень вкусненько, освежающе пахнет. Морская свежесть вот такая вот. Еще из Дом Фаберлик заказали универсальный спрей «Пятновыводитель». Суперсила против пятен. Здесь объем 150 миллилитров. Артикул 30-151. Эффективно и очень хорошо удаляет пятна с одежды, любых тканей. Очень хорошо удаляет с воротничков пятна, с манжетов. У кого ученики. Очень милое дело. Эффективное. Так, еще для себя я заказала из серии Store de Amore интимный гель. Объем 250 миллилитров, артикул 8721. Всегда заказываю в запас. Он гелеобразный, прозрачного цвета. Такой густой. Мне очень нравится. Имеется дозатор. Очень удобно пользоваться. Из серии Beauty Cafe заказали мыло жидкое для рук, грушевое парфе. Объем, так, у нас 200 миллилитров, артикул 2537. Очень мне нравится эта серия, особенно грушевое парфе, очень вкусно пахнет. Это самая моя любимая серия. Из серии Вербена заказали очищающий тоник для всех типов кожи против 7 возрастных изменений. Объем 150 миллилитров, артикул 0973. Ну, первый раз заказывают. Уже раз третий, четвертый точно нравится эта серия. Из новинки заказали пену для ванны. Детская серия. 3+. Какой динозаврик. Объем 250 миллилитров, артикул 2882. Красивое оформление. Так вот. Камеру немножко подвинула. Из серии гиалуроника заказала тоник для лица с гиалуроновой кислотой. Объем 150 миллилитров. Так, после вскрытия 6 месяцев. Артикул 2821. Я пользуюсь мицеллярной водой. Мне очень нравится, как снимает макияж, как увлажняет кожу. Кожа ухоженная. И решила вот заказать еще на подарок я тоник, но пока мицеллярной воды не было. По купонам для подружки я заказала краску для волос из серии Эксперт, тон 11.1,
ультра осветляющий блонд пепельный. Так, артикул 18035. Она только этой краской пользуется и очень нравится. Я уже много раз показывала. Вот, покажу. Так, это у нас проявляющее молочко. Тюбик с краской. Объем 50 миллилитров. Инструкция по применению. Одноразовые перчатки. И крем-уход после окрашивания. Защита от вымывания. Еще такое вот наполнение. Еще раз подвинула камеру, потому что я задела рукой, как у меня все полетело. Какой-то капец у меня сегодня. Ну ладно. В общем, по купону для себя я заказала серии Эксперт Фарма бальзам для стоп, гладкие пяточки. Объем здесь 100 миллилитров. Артикул 1290. Очень мне нравится этот бальзам. Эффективно увлажняет и питает даже самые сухие участки кожи. Заживляющий имеет эффект. Заживляет трещинки, не дает образоваться новым. В общем, я заказала запас. В общем, у меня есть маленький объем, я сейчас пользуюсь. Но затем нужно, чтобы был запас. И заказали зубную пасту. Тройное действие. Так, они, по-моему, одинаковые. Мы сейчас посмотрим по артикулу. Так, это у нас экстра свежесть. Зубная паста кислородная, профилактическая. Подходит для всей семьи. Так. Объем 75 миллилитров, артикул 2245. Тоже часто заказывают, это бюджетная серия. Так, а это мягкое отбеливание, разные. Подходит также для всей семьи, кислородная, профилактическая. Объем 75 миллилитров, артикул 2246. И другая клиентка заказала. Живица кедра, зубная паста профилактическая, подходит для всей семьи. Так, артикул 2444, объем 75 миллилитров. Зубная паста вот идет зафольгированная, тоже уже не первый раз заказывают. Также из бюджетной серии заказали крем для стоп питательный. В каждом заказе у меня такой крем. Нежный лен, главный герой в уходе за твоими ножками. Объем 70 миллилитров, артикул 2519. Крем белого цвета, плотный, жирненький. Тоже таким кремом пользовалась, использовала на ночь. Хорошо увлажняет, питает ножки. Так, я для себя заказала на подарок, потому что у меня девчонки любят этот крем, когда дарю. Ну, я думаю, надо запас уже делать на 8 марта. Так, это у нас крем для рук из серии Love, увлажнение, моменты любви к своей коже, объем 70 миллилитров, артикул 2584. Тоже мне очень нравится этот крем. Так, и второй крем, питание и восстановление, объем 70 миллилитров, артикул 2585. Очень нравится тоже мне этот крем. Хорошо увлажняет, питает ручки. Имеет приятный аромат. Так, и для себя я заказала, также заказывала по купонам. Это дезодорант антиперспирант. 48 часов защита. Артикул 2590. Объем 50 миллилитров. С нотами бергамота, жасмина и ириса. Мне нравится этот дезодорант. Он хорошо работает. Хорошо меня защищает. И летом, и зимой, и осенью, и весной. И клиентки любят также этот дезодорант, заказывают. Раньше любили вот дезодорант хлопок, у меня всегда заказывали. Сейчас вместо хлопка перешли на этот дезодорант. Еще вот заказали вот такой вот ароматизатор для белья. Новинка, перед Новым годом вышла. Свежесть и аромат надолго. Создает приятную атмосферу в гардеробе. И дарит вещам легкий шлейф тонкого аромата. Объем 8,0 грамм. Артикул 30280.
Так, открыть упаковку, достать ароматизатор, поместить его в ящик с бельем или повесить в шкаф с одеждой. Срок 2-4 месяца герметичный, с даты изготовления. Такой вот ароматизатор. Заказали тушь для ресниц. Артикул 5568. Эсдилаж. Черный цвет. Дисфибровая щеточка. Хорошо прокрашивает реснички. Придает объем. Насыщенный цвет дает. Тушь мне тоже очень нравится. И заказали для ногтей топ. Такой вот. Это матовое покрытие. Артикул 7829. Даже никогда не заказывала, не знаю. Какое-то средство хорошее, нехорошее. Нет у меня отзыва по этому средству. Заказали такую вот палетку. Тоже по купонам заказывали для скульптурирования лица. Так, я вам сейчас покажу. Так, артикул 6334. У меня есть такая палетка, я ей пользуюсь. Она у меня сейчас на работе. Таскала ее в сумке. Так вот выглядит. Хайлайтер, румяна и скульптор. Тоже вот коллега по работе заказывает для дочери. Уже не первый раз. Много раз заказывала. Ей очень нравится. Просила заказать. Какая есть скидка, вот купоны. Я ей заказала. И для себя по купону я заказала свой любимый тональный. Артикул 6356. Объем здесь, конечно, 17 мл. Увлажняющий крем-тинт для лица. Нюд Иллюзион. Ой, ну мне он очень нравится. Это мой, просто мой must-have. Сейчас. Вот я уже даже не знаю, какая по счету у меня эта упаковка. Содержится SPF 25. Буквально 2 нажатия нужно, чтобы покрыть лицо. Сейчас я покажу, которым я пользуюсь. У меня, как всегда, вот крышка разбита. Вечно роняю. Так, вот такой дозатор. Вот. И подстраивается под тон вашего лица. Распределяете именно пальчиками. Не спадает в поры. Вот смотрите. Вот. У меня кожа лица жирная. Потом сверху я припудриваю. Ну, мне, я довольна, как ложится этот тент. И еще я заказала сменный блок для кушина. Тоже по купонам. Сменный блок тональный. Так, артикул 6641. Я еще не решила для себя или на подарок, потому что у меня и вот есть кушан. Он по оттенку подходит, как было написано, для этого кушана 6171. Мне очень нравится, что это кушан. Я когда иду с работы. Привожу себя в порядок, потому что ходишь со смены уставший. Очень хорошо освежает кожу лица. Смотрите, тоже он очень хорошо ложится, не западает в поры. Что вот такой у меня, девчонки, заказ получился очень выгодный.
Кто еще не воспользовался, девчонки, своими купонами, обязательно воспользуйтесь, оформляйте свои заказы. Желаю всем удачи, всем любви, всем мирного неба над головой. Впереди нас еще и ждет праздник, это крещение. И всем пока-пока.